Facebook — это стратегический инструмент для этого бренда. Также нам было выслано полной инструкцией, как нужно администрировать на Facebook. Что это максимально идентичность главной бренда. То есть постоянно надо мониторить и отслеживать главную страницу бренда международного. Потом всегда поднимем позитивный имидж бренда. Обновление делать минимум 3 раза в неделю, мониторить 5 раз в неделю. Концепт должен быть адаптирован к целевой аудитории, то есть нужно использовать грамотную речь, никаких сокращений, жаргона и так далее, и, конечно же, грамматика. Абсолютно ничего не подозревая, в этих журналах мы видим следующее. К примеру, вы видите фотографию Виктории Бекхэм, которая вышла из аэропорта и прилетела в Лос-Анджелес, своему супругу футболисту, и там какое-то внизу под такими фотографиями пишут. Там Виктория Бекхэм прилетела в Лос-Анджелес подписывать контракт, помочь своему мужу, супругу Дэвиду Бекхэму. На самом деле, в руках Виктории Бекхэм на ее локте висит сумка «Гоя». Сумка очень хорошо развернута в кадре, она рассматривается со всех сторон. «Гояр» — это закрытый французский багажный бренд, который главный конкурент марки «Луи Виттон», и который, который никогда не делает прямой рекламы, не устраивает никаких веселей, но имеет в мире колоссальные продажи, потому что они продвигаются только вот таким образом. И таких реклам на самом деле очень много. Самую важную информацию о бренде, о компании, то есть в целом, о коллекциях, факт информацию и что-то. То есть она больше ориентирована, наверное, на байера, людей, которые интересуются непосредственно одеждой, как купить ее, ну и для всех остальных людей. То есть социальные сети, о ваших социальных сетях уже, естественно, упоминали, то есть это Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Почему социальные сети для нас так важны? Потому что это замечательный способ общаться с публикой бесплатно, скажем так. То есть все это можно покрыть очень большую аудиторию. Некоторые аккаунты, они связаны с оплатой заметной как личностью. Некоторые аккаунты, например, в Фейсбуке есть отдельно, как компании. Да. Почему тоже я делаю таким образом? Потому что здесь Рома как раз-таки говорил о селебритисе, о связи с взаимосвязи компании и ее имиджем.